для детей и взрослых. На кордоне «Перевал» в нацпарке «Красноярские столбы» сегодня открыли новую уличную площадку. Развлекательных локаций на ней множество и на любой вкус. Детский городок, качели, спортивные тренажеры, платформа для воркаута и просторный навес для занятия йогой, под которым, кстати, можно будет просто спрятаться от дождя или палящего солнца. Очень полезное развлечение, потому что дети вроде бы устали, а прибежали, энергия прет. И поэтому пусть развлекаются, занимаются. И в любом случае, если ты поднялся сюда, ты уже хочешь более продуктивно провести свой день и зарядиться максимальной энергией, лесом, воздухом. Впечатления очень такие хорошие и приятные, что все-таки, ну, наверное, мы продвигаемся, делаем лучше для посетителей, для ребятишек. И приятно здесь находиться, много снарядов. Ребятишки, я думаю, довольные все здесь. Это хорошее, хорошее очень начало. Открывали площадку торжественно, перерезав символическую ленту. Столбы – особенное место, а значит, и подходы к благоустройству здесь тоже отличаются от обычных. Например, при строительстве этого городка принципиально было по максимуму использовать натуральные материалы, чтобы не нарушать общую экологическую атмосферу и гармонично вписать объект в природный ландшафт, а также учесть потребности всех посетителей, спортсменов и детей, представителей старшего поколения, для удобства которых установили еще больше деревянных скамеек. Работы ведутся и в других частях национального парка. В этом году мы выделили достаточно серьезные средства на обустройство восточного входа национального парка «Столбы». Будет хороший визит-центр, примерно такой же, как мы сделали на Гремячей Гриве. Парковка для автомобильного транспорта. Еще ряд экологических проектов, которые напрямую не связаны со столбами, но они развивают в целом такую экологическую среду для экологического туризма в городе Красноярске.